Здравствуйте, ребята! Меня зовут Соболева Майя Валерьевна. Тема нашего урока по русскому языку и литературе – классицизм как литературное направление. На этом уроке мы проанализируем классицизм как литературное направление, определим особенности русского классицизма. Давайте сперва освежим наши знания. Какие литературные направления вам уже известны? Вы изучали реализм и романтизм. А в каком веке развивались эти направления в русской литературе? В русской литературе эти направления развивались в XIX веке. Вспомним особенности этих направлений. В реализме типичный герой действует в типичных условиях, а в романтизме исключительный герой существует в исключительных обстоятельствах. Распределите изученные вами ранее произведения в две колонки. Произведения, относящиеся к направлению реализм, и произведения, относящиеся к направлению романтизм. Вот эти произведения. «Мцыри», «Васюткино озеро», «Уроки французского», «Песня про купца Калашникова», «Толстый и тонкий», «Песнь о соколе». Я думаю, что вы справились с этим заданием. К реализму относятся произведения «Васюткино озеро», «Уроки французского», «Толстый и тонкий». К романтизму – «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», «Песнь о соколе». Классицизм – это художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве 17-18 веков. Термин происходит от латинского слова «classicus» – «образцовый». Как направление, классицизм сформировался во Франции в 17 веке. Один из основных принципов – подражание классическим образцам античности – Древней Греции и Древнего Рима. Считалось, что человеческая природа не меняется, следовательно, во все времена и у всех народов должны быть одни и те же представления о прекрасном. Писатели классицизма считали, что произведения искусства следует создавать по определенным правилам, обязательным для всех. Первым таким правилом был запрет на соединение в одном произведении высокого и низкого. Поэтому литературные жанры строго разграничивались. В поэзии высоким жанром и основным считалась ода, в прозе – торжественная речь, в драматургии – трагедия. К низким жанрам относились басня, эпиграмма, комедия. Для каждого жанра был характерен определенный круг тем, система персонажей и особый стиль. Например, в трагедии действовали цари, полководцы, государственные деятели. Основной мотив таких произведений был наполнен героизмом и гражданской ответственностью. В комедии действовали дворяне, купцы, слуги. Они постоянно попадали в курьезные ситуации, которые должны были быть поучительными для зрителей и читателей. Особые правила существовали для драматургии. Основным была теория трех единств. Согласно ей, действие произведения должно было разворачиваться в течение суток в одном и том же месте. И в пьесе должна была присутствовать только одна сюжетная линия, не обремененная другими конфликтами. Основным конфликтом в литературе классицизма было противостояние разума, гражданского долга и чувства. Так положительный герой должен был выбрать гражданский долг и разум,
поскольку именно разум признавался высшей ценностью человека. А отрицательный герой выбирал чувства. Существовали определенные правила и для системы персонажей в литературе классицизма. Основным было четкое разделение героев на положительных и отрицательных. Не существовало сложных, неопределившихся персонажей. Все было четко понятно. В характере каждого героя подчеркивалось преимущественно какое-то одно самое главное качество. В этом проявлялось стремление к обобщению, присущее искусству классицизма. Прочитайте отрывок из трактата «Поэтическое искусство» французского мыслителя 17 века Никола Буало. Попытайтесь прокомментировать в двух предложениях, каким, по его мнению, должен быть персонаж литературного произведения эпохи классицизма. Герою своему искусно сохраните черты характера среди любых событий. Но строгой логики от вас в театре ждут. В нем властвует закон, взыскательный и жесткий. Вы новое лицо ведете на подмостке? Пусть будет тщательно продуман ваш герой. Пусть остается он всегда самим собой. Никола Буало считает, что литературный персонаж должен быть правдоподобным. Тщательно продуманный автором герой в любой ситуации действует согласно своему характеру. Определим основные черты литературы классицизма. Первое – чистота жанра. В высоких жанрах не могли изображаться бытовые комические ситуации, а в низких – трагические и возвышенные. Чистота языка. В высоких жанрах использовалась высокая лексика, а в низких – просторечная. Существовало строгое деление героев на положительных и отрицательных. Обязательным было соблюдение правила трех единств, и в произведениях утверждались гражданские ценности. В Россию классицизм пришел позже, в 18 веке. Вспомним, какие важные события происходили в России в это время, чем было обусловлено появление классицизма именно в 18 веке. Не секрет, что общественно-политическая жизнь государства неразрывно связана с его культурой и, в частности, литературой. 18 век – это эпоха существенных преобразований во всех областях государственной, культурной, политической жизни России. Укрепляется независимость государства, возрастает военная мощь, усиливается влияние на европейской арене. Благодаря этим преобразованиям укрепляется самодержавие, то есть вся власть в государстве принадлежала одному человеку – монарху. Большое внимание уделялось развитию следующих областей – образованию, науке, культуре, печати. Именно в этот период открывается Московский университет, создаются общеобразовательные и профессиональные училища, вводится новый календарь, основывается первая русская газета, учреждаются Академия наук, Академия художеств, первый постоянный русский театр. В литературе XVIII века создается образ человека, который всецело ощущает себя гражданином, патриотом, и поэтому ради блага общества, государства готов пожертвовать личным благополучием, готов подчинить свои чувства общественному долгу. Основоположниками русского классицизма были Михаил Васильевич Ломоносов и Яков Борисович Книжнин. Представителями позднего классицизма считаются Денис Иванович Фонвизин и Гавриил Романович Державин. Основными жанрами русского классицизма утверждаются сатира, ода, героическая поэма, трагедия, комедия. Выделялись следующие особенности русского классицизма. Во-первых, существовали два направления –
критическая, сатирическая, обличительная литература и высокая гражданско-патриотическая, одическая поэзия. В литературе русского классицизма отражались важнейшие события политической жизни общества. Писатели обращались к русской истории и придавали своим произведениям патриотическую направленность. Отличительная черта драматургии русского классицизма – говорящие фамилии героев произведений. Например, в комедии «Денис Иванович фон Визина Недоросль» действуют персонажи с фамилиями Правдин и Скотинин. Ну, догадаться, кто из них положительный персонаж, а кто отрицательный, несложно. Индивидуальное задание. Прочитайте в учебниках информационную статью о жизни и творчестве Михаила Васильевича Ломоносова. Спасибо вам за внимание. Хорошего дня!